Здорово, орлы! Смотри, меня и потом на себя! Смирно! Вольно! Вольно! Имею честь сообщить вашему превосходительству. Что, что, что? Как это сообщить? Вы же мне должны рапортовать, а не сообщить. А вы, собственно, кто? Я начальник госпиталя. А почему вы без шашки? Что, простите, без шашки? Ну а как же, раз вы находитесь при исполнении служебных обязанностей, то непременно должны быть при шашке. Ну и только после операции, а шашка мешает при перевязках. Шашку необходимо носить всегда. Граф Фронский, у вас? Так точно, Алексей Кириллович у нас. Проводите. Прошу, ваше превосходительство. Это граф Фронский. Граф Фронский здесь. Здравствуйте, граф. Здравствуйте, ваше превосходительство. Ужасно. Ужасно, как все получилось. Вы, граф, вы очень сильно страдаете? Страдаю, но не сильно. Да, да. Граф, скажите, вы женаты? Нет, ваше превосходительство, не женат. Угу. Ну, а все ли у вас тут есть? Хорошо ли вам? Не нужно ничего не надо. Я ни на что не могу пожаловаться. Ну, ход прекрасный, только я вас попросил, ваше превосходительство, если можно, переправить меня в Имачен за Харбином. Угу. Там мой двоюродный брат, он начальник тылового обеспечения армии. Так, 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 очень хорошо. Тюринчен? Имачен, ваше превосходительство. А, так, запишите, барон. Симучен? Имачен, ваше превосходительство. Да, вот это вот запишите. Так, там в госпитале лежит ваш раненый брат. Вы хотите лежать вместе с ним? Хорошо. Я употреблю все мое влияние. Ах, ужасно, ужасно. Вы знаете, я был вчера на вашем биваке. Подробно все осматривал. Думал, думал и никак не мог понять, почему снаряд попал именно в вашу землянку. Значит, так. А, и что же, граф, вы известили вашу супругу депешей? Я холост. Как, граф? Разве вы не женаты? Нет, я никогда не был. Ну, как же так? А почему вы не женились? Если вас так интересуют подробности моей частной жизни, то потому что 30 лет назад я очень сильно любил одну женщину, а она умерла. А, сочувствую, граф. А у меня моя первая супруга тоже умерла. Да. Барон, вот как оно. Скончался от инфлюенции. Послушайте, ваше высокопревосходительство, папироску желаете? Что вы, что? Капитан Максимов. Был в одной землянке с графом, тяжело ранен в голову, бредит. Закурил, что ли? Очень вам благодарен, я не курю. Ну и черт с вами. Доктор, покурим? Ваше превосходительство, пойдемте. Очень у вас голова болит. Так, чертовы матери, ничего у меня не болит. Пойдемте, пора. За что у вас, Владимир, с бантом? Я был при штабе адъютантом. Прощайте.
Поздоровляйте. Максимов, ты как сейчас? Бредишь? Нет, сейчас я в полном сознании. Алексей, слава богу. Нет. Нет, если так будет продолжаться, то это случится еще гораздо, гораздо прежде. Что? Что? Я жду, мучаюсь, час-два. Нет, я не буду. Я не буду ссориться с тобой. Верно, ты не мог. Ты встретил Каренина? Вот тебе наказание за то, что ты опоздал. Да, ну как же. Ты написала, он должен был быть в совете. Да, он был. Вернулся. И опять поехал куда-то. Но это ничего, не говори про это. Где ты был? Я получил твое письмо лишь сейчас. Утром надо было ехать давать отчет об отъезде принца, которому я был представлен всю неделю. Ну, а теперь кончилось, он уехал. Слава богу, кончилось. Ты не поверишь, как мне невыносимо было это. А чего же? Ведь это всегдашняя жизнь у вас всех, молодых мужчин. Я уже давно оставил эту жизнь. И признаюсь, сейчас, глядя на эту жизнь, мне неприятно. Нынче утром Лиза заезжала ко мне. Они еще не боятся ездить ко мне. И рассказывала про ваш вчерашний афинский вечер. Какая гадость. Я только хотел сказать, что для нашего гостя специально устроили этот маскарад. Он хотел на нем видеть французских актрис. Это ведь та Тарес была, которую ты знал раньше. Я хотел сказать. Как вы гадкий мужчина. Как вы не можете себе представить, что женщина не может этого забыть. Особенно женщина, которая не может знать твоей жизни. А, ну перестань. А что я знала? Что знаю только то, что ты скажешь мне? А почему я знаю, правду ли ты говорил мне? А, ну ты оскорбляешь меня. Разве ты мне не веришь? Разве я не сказал тебе, что у меня нет мысли, которые бы я тебе не открыл? Но если бы ты знал, как мне тяжело. Я мучилась, ожидая тебя. Я не ревнива. Я верю тебе, когда ты тут со мной. Но когда ты где-то один ведешь свою непонятную мне жизнь. О чем ты? Ну как же? Где ты встретил его? Мы столкнулись в дверях.
И он вот так вот поклонился тебе. Это не мужчина, не человек, это кукла. Да если бы я была на его месте, я бы давно убила эту жену, такую, как я, разорвала бы на куски, а не говорила бы: «Ты, Машех, Анна!» Это не человек, это министерская машина. Он не понимает, что я твоя жена, что он чужой, что он лишний. Не будем говорить про это. Ты лучше расскажи, что ты делала. Как ты ведь... Да, я понимаю, что это твое состояние. Когда это будет? Скоро. Скоро все развяжется, мы все успокоимся. И не будем больше мучиться. Я не понимаю. Я знаю это. Я знаю, верно? Я умру. Я очень рада, что умру. И избавлю себя и вас. Что за вздор? Что за бессмысленный вздор ты говоришь? Нет, это правда. Что правда? Что я умру. Я видела сон. Сон? Да, сон. Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я убежала в спальню, что мне нужно тут взять что-то, узнать что-то. Ты знаешь, как это бывает во сне. И я вижу, что в углу стоит что-то. Ну какой вздор, как можно верить? И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик. С взъерошенной бородой, маленький и страшный. Я от страха захотела проснуться. Проснулась, но я проснулась во сне и стала спрашивать себя, что это значит. И Корни, слуга наш, говорит мне: «Родами, родами умрете, родами, матушка». И я проснулась. Вашего любовника. Их здесь нет. Сядьте. Мне нужно говорить с вами. Я сказал вам, что не позволю вам принимать вашего любовника у себя. Мне нужно было видеть его, чтобы... Не вхожу в подробности о том, для чего женщине нужно видеть любовника. Я хотела... И я только... Неужели вы не чувствуете, как вам легко оскорблять меня? Оскорблять можно честного человека и честную женщину. Но сказать вору, что он вор, есть лишь установление факта. Этой новой черты жестокости я не знала еще вас. Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу, давая честный кров имени, только под условием соблюдения приличий. Это жестокость. Это хуже жестокости. Это подлость, если вы уже хотите знать. Нет. Подлость. Если вы хотите употребить это слово, то подлость – это бросить мужа, сына для любовника и есть хлеб мужа. Вы не можете описать моего положения хуже того, как я сама понимаю его. Но зачем вы говорите все это? Зачем я говорю все это? Чтобы вы знали, так как вы не исполнили моей воли относительно соблюдения приличий, то я приму меры, чтобы положение это кончилось. Скоро.
Скоро она кончится и так. Она кончится скорее, чем вы придумали своим любовникам. Вам нужно лишь удовлетворение животной страсти. Алексей Александрович, я не говорю, что это не великодушно, но это непорядочно бить лежачего. Я пришел вам сказать... Я не могу ничего изменить. Я пришел вам сказать, что завтра я уезжаю в Москву. И не вернусь более в этот дом. И что вы будете иметь известие о моем решении через адвоката, которому я поручу дело развода. Сын же мой переедет к сестре. Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно. Вы не любите его. Оставьте Сережу. Да, я потерял даже любовь к сыну. Потому что с ним связано мое отвращение к вам. Но все-таки я возьму его с собой. Прощайте. Алексей Александрович. Оставьте Сережу. Я более ничего не имею вам сказать. Оставьте Сережу до моих. Я скоро рожу. Оставьте его. Я для вас сделал все. Вы затоптали все в грязь, которая вам свойственна. Я не злой человек. Я никогда никого не ненавидел. Но вас я ненавижу всеми силами души за все то зло, которое вы сделали мне. Любить ненавидящих вас? Любить ненавидящих вас. А любить тех, кого ненавидишь, нельзя. Она презрела свои обязанности и изменила своему мужу. Вот что она сделала. Нет, этого не может быть. Бога ради, вы ошиблись. Весьма трудно ошибаться, когда жена сама объявляет мужу. Объявляет, что 8 лет жизни и сын, что все это ошибка. И что она хочет жить сначала. Анна и порог. Я не могу соединить. Я не могу в это поверить. Я дорого бы дал, чтобы сомнение в этом вопросе еще было возможным. Я сомневался, когда была надежда. Но теперь нет надежды, а я... Сомневаюсь уже во всем. Я так сомневаюсь во всем, что ненавижу сына. Иногда не верю, что это мой сын. И я очень несчастлив. Да это ужасно. Но неужели... Неужели правда, что вы решились на развод? Я решился на последнюю меру. Мне больше нечего делать. Постойте, вы христианин. Подумайте о ней, что станет с ней, если вы ее бросите. Я думал, Дарья Александровна, и много думал. Я оставил все по-старому. Я дал ей возможность исправления. Я старался спасти ее. И что же? Но ведь она будет ничья жена. Она погибнет. Что я могу сделать? Дарья Александровна, я вас очень благодарю за ваше участие. Но... Я прошу вас, я... Я вам скажу про себя.
обманывал меня. В злобе, в ревности я хотела все бросить. Я хотела сама... Но я опомнилась. И Анна спасла меня. И вот я живу. Дети растут. Муж возвращается в семью и чувствует свою неправоту. Становится чище и лучше. Я живу. Я простила. И вы должны простить. Простите, я не могу. И не хочу. И считаю несправедливым. Оксана, простите, что я расстроил вас. У каждого своего горя достаточно. Вот вы, Алексей Кириллович, давно воюете. Никогда не задумывались, к чему люди убивают друг друга? Нет, не задумывался. Кто задумывается об этом, тому надо в священники или в писатели. Вот. После смерти Анны. Я в Сербию поехал на войну. Душа болела. В каждой драке первый был. Смерти искал. Ну, ничего. Даже ранен не был. А турок многих убил. Хотя, в сущности, эти турки ничего дурного мне не сделали. Получается, если бы Анна не погибла тогда, то и турки бы те живы были. Да что война? Мы любимых ненавидим больше, чем врагов своих. К черту вашу философию. Она не по мне. Ну, к черту так, к черту. Давайте лучше помянем турок, которые стали жертвой русской страсти. Спичек нет. Дайте ей кормильцу, я согласна. Это даже лучше. Он приедет, ему будет больно видеть ее. Отдайте ей ее. Дайте ее мне. Вздор, да дайте же мне ее, девочку, дайте. Я знаю, что он... Спроси у него.
Доктор, что с ней? Тяжелая форма родильной горячки. 99 случаев из 100 заканчиваются. Буду с вами откровенен. Ждем конца каждую минуту. И я теперь чувствую. Вот они. Туда. На пальце. Да, пальцы какие тяжелые, огромные. А скоро все кончится. Доктор сказал, надежды нет. Я весь в вашей власти, но позвольте мне быть тут. Я боюсь смерти. Я от того тороплюсь, что мне некогда, мне осталось жить немного. Сейчас начнется жара, я уже ничего не пойму. Теперь я понимаю. Одно мне нужно. Я все та же. Но во мне есть другая. Я ее боюсь. Она полюбила. Я хотела возненавидеть тебя, но не могла забыть ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая. Я вся. Одно мне нужно. Прости меня. Прости совсем. Нет, ты не можешь простить. Я знаю, этого нельзя простить. Уйди. Ты слишком хорош. Помни одно, что мне нужно было одно прощение. Ничего больше я не хочу. А чего же он не придет? Подойди. Подойди. Подай ему руку. Открой лицо. Смотри на него. Он святой. Открой. Открой лицо. Алексей Александрович, открой ему лицо. Я хочу его видеть. Дай ему руку. Прости его.
Слава богу, теперь все готово. Только ноги немножко вытянуть. Вот так. Вот так хорошо. Я поеду домой. Останьтесь. Может быть, она вас спросит. Боже мой. Дайте морфину, доктор. Дайте же морфину. Алексей Александрович. Я прошу вас выслушать меня, это необходимо. Я должен объяснить вам свои чувства. Те, которые руководили мною и будут руководить. Чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, я решился на развод. И даже начал это дело. Не скрою, признаюсь вам. Мое желание мстить вам и ей преследовало меня. Скажу больше. Я желал ее смерти. Алексей Александрович, не стоит. Но я увидел ее и простил. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку. Я хочу отдать рубаху, когда берут у меня кафтан. И молю Бога только о том, чтобы он не отнял у меня счастье прощения. Вот мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света. Я не покину ее. И никогда слова упрека не скажу вам. Моя обязанность ясно начертана для меня. Я должен быть с ней. И буду. Александр, мать знает? Нет, я ей ничего не говорил.
Как же глупо вышло. Как Анна? С ней все хорошо. И она, и ребенок, им ничего не угрожает. Слушай, я выстрелил себя нечаянно. И, пожалуйста, никогда не говори со мной про это. И так скажи всем. А то это слишком глупо. Тебе надо перевязать, я сейчас скажу. Саша? Да. Я не в бреду. Пожалуйста, сделай так, чтобы не было разговоров о том, что я выстрелил себя нарочно. Никто и не говорит. Только я надеюсь, что ты больше не будешь нечаянно стрелять. Должно быть, не буду. А лучше было бы. Когда прошло воспаление, я стал поправляться, то почувствовал, что совершенно освободился от одной части своего горя. Этим выстрелом я как будто смыл с себя унижение, которое прежде испытывал, и теперь видел возможность без стыда смотреть в глаза людям, и я мог жить. Но одно, чего я не мог вырвать из своего сердца, было доходящее до отчаяния сожаление о том, что я навсегда потерял Анну. Все, привет. Ну пошла. Крепче вяжи. Ну, черт, не знаю.